Какие эмоции у тебя от продления контракта? Эмоции только положительные. Очень рад продолжить сотрудничество с клубом, который меня вырастил и дал путевку в большой футбол. Что вообще для тебя это значит? Это просто подписание, а мы также продолжаем работать и добиваться больших результатов. Насколько быстро вообще шли переговоры? Быстро обо всем договорились? Переговоры начались в конце того года, и вот сейчас мы пришли к финальной точке. И очень рад, что эта финальная точка оказалась такой. А как считаешь, через пару лет какого Егора Погостова мы увидим в «Локомотиве»? Ну давайте посмотрим через пару лет, как он будет. Не могу загадывать. У тебя есть какие-то планы для себя строишь, может? Ну не то, что строишь, а планы какую-то цель ставишь? Принести больше трофеев в этот музей, чтобы их стало еще больше и больше побед. В целом вообще как провел отпуск? Успел соскучить по футболу? Да, уже хочется начать тренировочный процесс, потому что отдых отдыхом, но особо отдыхать много нельзя. Отдохнул 2 недели и начал тренироваться индивидуально. Сейчас уже прошли медосмотр и готовы ехать на сборы. Какие ожидания от сбора? Ну, в связи с турнирной ситуацией ее нужно управлять. И мы проведем очень хорошую работу, я уверен, с новым тренерским штабом. И победы придут, результат будет. И традиционно обращение к болельщикам. Что можешь сказать красно-зеленым фанатам? Красно-зеленые фанаты во второй части сезона таких результатов, как были в первой, точно не будет. Будет еще больше побед. Как мы это смогли сделать в конце первой части чемпионата с Нижним Новгородом. Такие матчи будут, мы будем выкладываться и давать результат. А вы поддерживаете и болеете за нас на трибунах. Владимир Ильич, что для клуба значит переподписание воспитанника «Локомотива»? Во-первых, мы очень рады, что мы продлили наше сотрудничество с Егором. Мы большое внимание уделяем развитию академии. Для нас очень важно, чтобы футболисты дорастали до основного состава. Егор прошел этот путь, прошел достаточно быстро, заиграл в молодежном составе и уже вышел в основном. Заслужил это право продления трудового договора, и мы желаем, чтобы его карьера была в «Локомотиве» как можно успешнее. Такие переговоры, они обычно быстро проходят или есть какие-то все-таки моменты, сложности, которые необходимо обсуждать? Ну, при переговорах в первую очередь важна позиция игрока, чего он хочет. И не будем скрывать, тем, что Егор себя проявил, на него уже обратили внимание. И для нас очень важно, что у Егора не было сомнения, что надо продолжать сотрудничать с «Локомотивом» и развивать свою карьеру здесь.